прогнозах синоптиков расскажет Небесная канцелярия. Вас приветствует наш спонсор – фирменный салон «Аскона». Встречайте новинку – мягкая мебель в фирменном салоне «Аскона». Надежные конструкции, оригинальный дизайн, простота эксплуатации и высокий уровень комфорта. Все это – мягкая мебель «Аскона». Северодвинск, Ломоносова, 85, дом быта, северное сияние, второй этаж. 16 июля, по данным Гисметео, в Северодвинске ночью ожидается плюс 7, днем 12 градусов. Пасмурно, вечером ясно, утром дождь. Ветер западный, северо-западный, слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня немного повысится и к вечеру составит 759 миллиметров ртутного столба. По мнению астрологов, в четверг до обеда вероятно сниженная работоспособность, однако после обеда станет легче. А вот на Руси в этот день часто случались грозы. Еще считалось, если комары и мошкара вьются кругами, в ближайшие 7 суток будет стоять хорошая погода. А в фирменном салоне «Аскона» вас ждет новинка – мягкая мебель, простота эксплуатации и высокий уровень комфорта. Фирменный салон «Аскона». Ломоносова, 75, дом быта, северное сияние, второй этаж. На этом пока все. Желаю ясного неба и успеха в делах. До свидания!